Дружная семья нефтепереработчиков в канун профессионального праздника собралась на тематический праздничный вечер. Его название «Дороже золота» символично и говорит само за себя. Прочный фундамент сегодняшних достижений заложен несколькими поколениями заводчан. И именно этот фундамент помогает Мозырскому НПЗ справляться с трудностями и развиваться дальше. Спасибо вам за преданность профессии, за чувство вот этого долга, ответственности. За то, что благодаря вам и нашим совместным усилиям мы развиваем предприятие, двигаемся вперед. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, прежде всего, мирного неба, успехов и всех благ. И пусть наш коллектив развивается, и пусть наше предприятие двигается дальше и только вперед. Прием в честь передовиков производства организовали в камерной обстановке. В хрустальный зал, где проходят особые торжества, заводчане пришли, чтобы получить заслуженные награды и порадоваться за успех коллег. Нефтепереработчики не зря свой коллектив называют дружной семьей. Идти от одной трудовой вершины к другой им помогает единство. Имя предприятия всегда делают люди. Вся та продукция, которая выпускается, выпускается их работниками непосредственно. И в любом достижении предприятия лежат достижения работников данного предприятия. Да, действительно, в определенное время одно или другое предприятие может испытывать какие-то трудности, но, как показывает практика, как показывает время, что вот смелые управленческие решения, сплоченность трудового коллектива позволяют решить любые трудности и справиться с любыми задачами, которые оставят время для наших людей. Во второй части торжеств переместились в большой зал Дворца культуры. Здесь руководители предприятия, а также опытные сотрудники сидели рядом с заводской молодежью. Присутствие нового поколения, говорят профессионалы, добрый знак. Их дело продолжается. Вновь и вновь звучали теплые поздравления в адрес всего коллектива Мозырского НПЗ. И, конечно, было много подарков творческих. Знаменательный для нефтепереработчиков день, их всегда стараются порадовать люди творческие. В программе большого концерта яркие зажигательные номера артистов Дворца культуры и столичных гостей. Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».